Здесь каждая картина пропитана историей, воспоминаниями и жизнью художницы. Каждый передает настроение и погоду в тот день. Выставка Марии Заноги под названием «Русская душа» в доме Сироткина представлена впервые. Почти 50 картин и практически все были написаны с натуры. В этом уникальность. Картина, которая называется «Мой город из окна мастерской», я писала к 800-летию нашего города, 21-й год. У меня мастерская находится в Щербинке 2 на 14 этаже, и в обе стороны открываются просторы и виды на наш город. И я писала эту работу прямо с натуры. В этой работе очень много знаковых, символических, так скажем, деталей, которые отражают время, то есть наш 21 век. И на обложке изображена картина Юрия Всеволодовича, основатель Нижнего Новгорода. И как раз на фоне Дятлова гор. И вид из окна это тоже предполагает. То есть можно это рассмотреть в картине внимательно и увидеть все эти части одного единого целого. Мария работает в реалистическом направлении. Ее живопись включает пейзажи, натюрморты, жанровые картины. А источники вдохновения – это повседневная жизнь и впечатления от путешествий. Официальное открытие состоялось. Виновницу торжества пришли поддержать и поздравить коллеги, друзья и родители. Именно они с детства заложили любовь к рисованию. Я рад за нее. В некотором роде и за себя, потому что хочется передать кому-то эстафету, творческую эстафету, человеческую, духовную. Это очень важно, передача эстафеты. И вот она ее приняла. И что самое интересное, сейчас уже я начинаю присматриваться к ее работам, уже каким-то моментом учиться. Вот они, заслуженные аплодисменты, цветы, благодарственные письма и восторженные взгляды посетителей. Я пришла на эту выставку с желанием познакомиться с творчеством Марии Владимировны поближе. Мне очень нравится ее красочность, нравится ее большой формат работ. И я советую всем посетить эту выставку. Первая персональная выставка Марии Владимировны – это такое взаимное стремление показать талантливого художника и еще раз напомнить о том, что в Нижнем Новгороде работают, живут и творят первоклассные мастера, которые потрясающе говорят и о русской культуре, и о русской природе, и достойно выставляться на лучших площадках нашего города. Посетить выставку «Русская душа» можно с 26 мая по 26 июня в Нижегородском государственном художественном музее. Служба информации, Валерия Евстигнеева, Алексей Калякин.